Друзья, всем привет! Сегодня у нас последний день. Завтра мы улетаем домой. Вот, я решила вам поснимать еще напоследок красоту. Ну и вообще, чтобы, так сказать, видео на память. Вот. Значит, это детская площадка. Тут детская комната. Кстати, я посмотрела по размерам, детская комната в Ладине примерно такая же. Может, их, конечно, там две, но, насколько я знаю, одна должна быть. Вот, она по размерам, как вот эта вот у нас в Ладине, в Алибабе. Да, в Алибабе. Вот, а мы в Ладине. Вчера мы вот в это играли, рубились в эту игру. А также... Причем тут мальчик такой работает, он еще разрешил ребенку вот в это поиграть, автоматы. Тут, значит, с рулем что-то там рулишь, с педалькой. В общем, такие дела. Но это, наверное, только мне так разрешили, знаете, за красивые глаза. То есть он разрешил... Я, в общем, у меня были доллары, я пошла разменяла на фунты. Ну, то есть вот этот парень, он разменял мне на ресепшене деньги. Вот, тут получается по 10 не принимают, только 20-50 фунты египетские. Вот. То есть получается вот 5... А, ну 10, он мне 10 засунул, 10 выплюнуло, в общем, принимает по 20. Вот, то, что у меня были доллары, я пошла поменяла. Там на ресепшене. Вернее, он мне поменял. Вот так вот я выгляжу сегодня. С пакетиком. Там водичка. Вот, я в куртке, но вы не пугайтесь. Сейчас на самом деле уже такая погода, что можно снять куртку. Мне там платье красивое, надо в нем пофоткаться. Кстати, сегодня последний день. На фоне цветов. Там цветы, на фоне цветов. Фотографии хоть сделать. На фоне этих красивых кустов. Белых и розовых. В общем-то, они сыграли с мальчиком вот здесь. Потом Виталик обиделся, потому что был счет 9-6. А 6, потому что его отвлек другой мальчик, обещая выиграть. И в итоге они тут продул Виталик. В общем, мальчику Андрею. В общем, и потом вот этот парень египтянин, он разрешил Виталику... Потому что Виталик обиделся, это было видно, разрешил ему еще раз поиграть. Вот, и, короче, он еще раз поиграл, бесплатно уже. Потом он ему вон тот автомат бесплатно разрешил, с рулем, там что-то с Марио. И потом он говорит, давай сыграем с тобой еще раз, типа. Он открывает ключом, достает монетку, и мы еще раз сыграли. В общем-то, я решила сейчас прогуляться до пляжа. Все, скоро я уеду, и не будет этих пальм мне. Самолет летит. Самолеты тут туда-сюда просто. Я не вижу, как они улетают, но вижу всегда, как они приземляются. Потому что приземляются они над нами. Они летят, получается, все вот оттуда... И туда, к аэропорту. Так, ну что, я вот тут по такой территории выхожу. Тут к... Собственно, хотела вам поснимать, что вон там лобби. Но кофе мне сейчас не дали, потому что он с 9 работает. Тут вкусный кофе у них. Кофемилк. Вот. А, значит, здесь бильярд. Я так поняла, за отдельную плату. В общем-то, посмотрите, как тут красиво сейчас. Уютненько так. Вот здесь проходят детские шоу, вечерние всякие шоу и выступления. Тут амфитеатр у них как бы вот здесь вот сцена. То есть не в помещении, сейчас март месяц, середина марта, уже конец. И всегда было здесь, вот как мы приехали. Мы ровно с середины марта здесь.
Вот, сейчас 20 число уезжаем. Я не всегда был здесь. Вот. Там такая вот территория, можно пройти. Вам подробненько сейчас поснимаю вот это, чтобы увидели. То есть есть вот такие корпуса двухэтажные. Вот как здесь, да? А есть одноэтажные, бунгало или как. Но мне не хотелось туда. Я сразу взяла улучшенный вид на бассейн. Думала второй этаж взять, но первый тоже дали. И, в принципе, мы очень рады. Нужно лишних сил движений. Вот, посмотрите, территория просто, я не знаю. Шикарная территория. Она в очень хорошем состоянии, несмотря на то, что отель уже сколько там, 25 лет или сколько? Ну, в общем, тут вот Аладдин же отель. Аладдин, Жасмин. Все тут рядом. Вот. И Монкей с ними. И шейх. И вот этот джин с лампой. В общем, ребят, двинусь. Я сейчас на море. У меня есть вариант пройти вон там. И заодно показать вам новые корпуса. Давайте там пройдем. Вот я скоро уеду. И представляете, в холодном сером Питере не будет мне таких красок каждый день. Не буду такого видеть. Ну, это ж прелесть. Смотрите, как красиво с моим платьем сочетается. Я снимаю опять в утро, потому что мне так удобнее делать съемку. Вот. Вот так вот, собственно, я сегодня выгляжу. Вот лагуна, одна из лагун. И сейчас мы вот так вот направляемся вперед. Вот тут, значит, старые корпуса, да? А я вам сейчас покажу новые. Кому это интересно, я так поняла, они будут новые полностью с видом на море. Вот. Птички поют. Сегодня хорошая погода. Ну, где-то градуса 24, я смотрела несколько дней назад. Но уже ветер совсем слабый. По сравнению со вчера, 37 километров в час, и позавчера, сегодня ветер слабый. Вот. И тепло. Позавчера мы были на экскурсии. Какие лягушки здесь везде. А позавчера мы были на экскурсии. Нам понравилось очень. На Orange Bay. Или Кифтун, как там его называют. В общем, хорошая экскурсия. Очень красивый остров. Рекомендую. Там два человека поехали на Парадайз. Мы на Оранж хотели. Ну, я хотела на Оранж. Так. Это было позавчера. Позавчера было 26 градусов, насколько мне известно. Но я днем не смотрела уже день в день. Ну, вот так передавали. И... сегодня вроде 24. Сегодня ветерок, но он не сильный. А вчера прям такой день был не очень солнечный, но больше сильно ветреный. Очень ветреный. Я вам показываю сейчас новые корпуса. Новые номера. Они выглядят вот так вот. Внутри я вам не могу показать, потому что... нет такой возможности.
не имею такой возможности. Вы посмотрите, какая прелесть. Это так красиво. Тут вот эти вот кустики красивые перед выходом. Но это же такая прелесть. Представляете, такое наблюдать? Выходишь и всегда вот на это смотришь. Я думаю, там все новое. Отделка, там мебель. Поскольку номера новые. Вот. Я заметила, там живут иностранцы, но, насколько я знаю, номер могут любым дать людям. И русским, я думаю, тоже, если попросить их об этом. Вот. Такие невысокие пальмочки и высокие пальмочки. Так. Сейчас я вам покажу, где дают мороженое. И давайте амфитеатр еще посмотрим. Я просто, вы знаете, гуляю, иду на море. Просто решила прогуляться с утра. Солнце сегодня нормально так слепит, припекает. Не то, что вчера. Кстати, вчера мы были в аквапарке, я вам скажу. Я же его чуть-чуть подснимала, но он был закрыт. Он с 10 открывается. И до 12:30, а потом с 13:30 и до 4. Он работает. Здесь, кстати, спа. Вход, я так поняла, с той стороны. Вот. Слышала разговор одной женщины, которая попробовала спа. Она была в таком восторге, как она рассказывала. Я просто слышала разговор этот на пляже, что ее там мазали и таким кремом, и шоколадным, и чем там ее только не мазали, и маслами всякими мазали вкусными. В общем, она была в полном восторге. Возможно, она сказала, что это не стоит там столько-то, 10 тысяч, что ли. Ну, я не буду, если честно, прибирать. Ребят, честно, я не знаю, сколько это стоит. Спа, я не узнавала. Возможно, 5 тысяч, возможно, меньше. Вот. Никто не отменял поторговаться, поэтому... Собственно, вот. И, если честно, не знаете, что кажется... Отплывали мы вот оттуда где-то, на Orange Bay, ну или вот отсюда, откуда-то. И получается, сам остров, мне кажется, он где-то вон там. Да. Где-то вон там. Или еще дальше, вон там. Потому что мы оттуда приплыли, сюда вот так вот оттуда. Он оттуда откуда-то, мы плыли вот так. Либо он вот он. В общем, где-то он тут. Снимаю вид. Ой, как сейчас хорошо. Я в куртке. И вообще прям, ну, немножко так мурашки бегают, но прям идеально. Сюда вернулась. Сегодня желтый флаг висит. Так, вот в летнее время совсем в жару. Знаете, когда у них там летом 50 плюс. Плюс 50 или 50 плюс даже в тени. Ну, это жесть, конечно. Вот. Ну и, в принципе, уже для июня, да, для я думаю, для мая уже актуально вот здесь вот проводить это все в театр. Кстати, я не видела еще такого амфитеатра, вы знаете. Я видела амфитеатр, который просто у сцены. А чтобы вот такая еще дополнительная площадка была, я, честно говоря, вижу впервые. Я всегда, мы, ну, куда приезжали, в тех местах было вот сразу ряд сидений возле самой площадки. Вот, а тут я смотрю и сцена, и вот само вот это вот пространство. Ну, хорошо. Показываю вам, как можно. Можно вот по амфитеатру пройтись, а можно вот тут я шла, да, получается. Вот тут вот по дорожке, да. Тут заворачиваете, я вам прям показываю наглядно. Вот оттуда вы заворачиваете вот так.
чтобы не подниматься ни в какой амфитеатр. И вот здесь, вот видите, барная стоечка. Здесь хорошо сейчас видео мне снимать. Я что-то начала прослушивать, как я там сняла с экскурсии, так там ветрище задувает. И половина что-то не слышно, что я говорю. В общем, вот здесь вот и напитки, и до 4, по-моему, мороженое. Еще у меня сегодня запись в рыбный ресторан, но мне сказали подходить к 11. Вот. Я очень буду скучать. Вообще. Так-с. Хотела вам поснимать верблюда, его еще не привели. Вот здесь верблюд лежит, и люди на нем катаются. И уже, ну, не первый раз я видела, что люди катаются. Люди. Хотела даже спросить цену, потому что, в принципе, у меня ребенок был не против прокатиться, но я так поняла, только со мной. Вот, на верблюдике. Вот, цену хотела спросить, его нету. Не спросить цену. Так. Я вам, по-моему, снимала пляж Любавы, поэтому просто тут гуляю. Кстати, вот здесь вот мы были в ресторане на пляже, вот в котором проходит, собственно, вот он, в котором проходят обеды каждый день на пляже до 4, насколько мне известно. Мы там всегда обедаем в основном. Там пицца дают, хорошо кормят, шаурма такая маленькая. Ну, сирийский повар ее готовит, ну, нормальная, в общем. Пиццы, бургеры, вот это все есть. А, значит, вот здесь вот я обещала уже, тут, короче, я уже договорилась с египтянином, что он мне продаст каркаде. Вот, и он меня уже окликает, когда я мимо прохожу, типа, ты же мне обещала. Ну что, ты придешь? Я говорю, да, у меня сейчас нету, типа, с собой, я приду. Я помню. Вот, тут даже вот такие маячки есть, да? Это же маяк. Немножко длинное видео получилось. Ну, я надеюсь, вам понравится. Снимаю не только, знаете, для подписчиков, но и для себя на память. Вот, тут особо снимать ничего нельзя, наверное. Ну, я просто море поснимаю. На море. О, даже надпись, смотрите, море. Море, сия. Море. Сия, сердечки. Такие лайтовые. Ну нет, на самом деле не только лайтовые, но и такие сильные в этом. В Турции. Ну, то есть были и такие вот, чтобы так они плавно растекались длинной такой пенкой. Вот здесь вот по песочку, по берегу получается. Но были и сильные. Но здесь, если честно, вообще вот ветреный пляж, вот я так поняла, часто волны, но вчера прям вообще сильные были, я не знаю, почему вдруг приклак и сел, но я пришла, где-то мы подтянули сюда около часа,
Вот. Ну и тут очень было ветрено, мы даже не стали купаться. Сильные прям волны. То есть штормило прям. Ну и так несколько дней было. Я не знаю, спокойное море тут, наверное, только, ну, в мае уже будет. Немножко поснимаю вам такой красоты. Сама уеду, буду скучать. Вот, ребята, я вам очень рекомендую съездить на острова и брать эти дайвинг-экскурсии. Можно у отельного гида, но это будет дороже. Можно самим заказать. Вот там, я точно знаю, есть дайвинг-центр. Вот. То есть они возят и на экскурсии, и на острова, и ты можешь с ними и погружаться вот тут же. Так что вот так вот. Ну вот сейчас нас просто на острова возили без погружения. В тот раз, ну это я потому что брала и не у... Ну короче, вообще нет, они делают погружение, да. Неважно, у кого берешь, у отельного или своим ходом, они делают. Погружаться можно. Люди, смотрю, заходят по чуть-чуть. Но это, скорее всего, не знаю, может, русские. Ну, да, наверное, да. Ну, по мне так холодно. Я тут еще погуляю, в общем. Холодно сейчас, но вообще мы планируем, мы пойдем сюда. А вот этот вот наш, там туалет, вот это вот наш этот, бунгало наше. Как его, шалаш наш. Мы обычно здесь останавливаемся. Вот. Пошла я, наверное, в номер. Сейчас уже ребенок должен у меня проснуться. Тут, смотрите, есть всякие эти. Так что, ребята, я вам советую съездить на экскурсии на острова. Это вот прям обязательно. Потому что, ну, как бы, остаются все-таки впечатления после этого. Как-то отдых более разнообразный получается. Обязательно к посещению. Значит, мы были в прошлый раз в июне в Утопии. Остров Утопия. Вот, я была с подругой и дети наши. Сейчас мы вот были вдвоем с сыном на Orange Bay. Вообще там классный очень остров. Очень такой он оживленный, но в то же время он такой, как, знаете, ну, прям райское такое место. Посмотрите мои видео с острова. Вообще, ну просто очень, прям класс. Прям класс. Я пока буду рассказывать цветы, снимать вам эти. Прям мне, ну, супер просто. Там есть качели. Там одни качельки такие широкие. С другой стороны моста... Лежак целый, как на острове Баунти, знаете. Вот, лежак такой из сетки, то есть можно прилечь, сделать фото. И рядом там еще, получается, стойка, две качели. И всего, я так поняла, ну, четыре качели. Вот. Ну, очень там классно. Короче, рекомендую. Orange Bay мне больше понравился, кстати, чем Утопия. Там хорошие навесы. Там есть всякие, если вам нужно что-то купить, там есть. Можно купить что-нибудь. Всякие там прилавки есть. Туалет, естественно, соки всякие. Там все продается. Там даже есть ресторан или бар. Наверху там так красиво, по лестнике поднимаешься наверх, с двух сторон лестница. В общем, мне нравится там.
Там, кстати, очень классные такие вот пуфики. Можно лечь, полежать прямо на пуфиках. Хороший такой навес там. И пуфики там лежишь. Там и позагорать под этим навесом можно. И спрятаться от солнца. То есть такое место универсальное. А вот это вот наши корпуса. Вот они, получаются, двухэтажные. Вот один. Там, где картинка с Жасмин была, один на ковре. А вот второй. Мы вот в этом живем, во втором, на первом этаже. Ребят, я сейчас видела ящерицу, не успела вам подснять. Такая она тут довольно-таки большая живет. Иногда их можно тут встретить. Вот. Наснимала я на 25 минут. Ну да. Можно вообще, знаете, что угодно тут говорить. Главное, просто красоту снимать. Можно вообще даже не слушать, что я говорю. А просто смотреть. А вода, какая там вода, господи, на этом Orange Bay вообще очень классная. Я не была только на Paradise. Это типа, видимо, мне еще раз нужно здесь побывать. Еще на Paradise мне нужно, видимо. Не знаю, я не очень захотела на Paradise, именно на Orange хотела. Он очень красивый, мне понравился. Ну, люди, да, люди там есть, потому что, ну, он такой, место классное. Ну, я бы не сказала, что много людей там прям. Только очереди там могут быть на качелях сфоткаться, и все. А можно даже и без очереди там как-то себе место. Короче, можно и даже и без очереди. Там не всегда очереди. Вот. Я, в общем, пришла сюда. Все, буду заканчивать свое видео на этой прекрасной ноте. Вот. Пришла я опять вот тут вот к обезьянам, вышла. Вот. Ну, особо тут что вам показывать. Посмотрим сейчас. Вот этот, наверное, большой спит. Я уже показывала. Смотрите мое видео, я уже показывала. Я вам просто снимаю вот красоту. Хожу, снимаю. Конечно, нету такого разнообразия пестрых вот этих вот красок и всей этой красоты в Санкт-Петербурге. В хмуром сером. Там вечно какая-то унылость, если не лето. Поэтому здесь мне нужно все это поснимать. Ну что ты сидишь? У меня ничего нету для тебя. Да? Ты обиден? Обиден? Обиделась? Нет, это мальчик, наверное. Ты обиделся? Нет ничего у меня. Да, нету даже банана. Банана хочешь? Ты банан хочешь? Ты хочешь? Мы возьмем, принесем тебе, наверное, банан. Я наснимала, ребят, видео на полчаса. Знаете, кому кто хочет съездить сюда и думает, какой отель выбрать, я думаю, будет это интересно. Потому что я тоже думала, и в итоге, ну, как бы мои ожидания, все очень мне понравилось, оправдалось. Вчера, например, там они готовили какая-то огромная морская рыба была. Их было штук 7 лежало на огромном подносе. И вот эту большую рыбу они там разделывали, кусочки давали. Они уже второй раз, по крайней мере, что я видела, дают. Вот я только вчера взяла ее. Очень-очень вкусная такая рыбка морская. Я не знаю, что это. Может быть, и тунец такой. Ну, такая огромная прям рыба. И их прям много так лежало у них. Дальше мы попадали тут уже три раза на рыбные дни, когда брали креветки, то есть, ну, по еде очень все очень вкусно. Мясо тут, говядина, довольно-таки такая мягкая, вкусно все. Ну, то есть все, тут даже рис вкусный. Омлет готовят каждое утро. Какой хочешь. Хочешь два яйца, хочешь смешай эти два яйца.
Будет прям омлет такой. И жарят прям на сковородках при тебе. То есть, ну, с питанием тут вообще голодным не останешься, все в порядке. Очень невкусные печеньки с кунжутом. Так, что тут еще? Я беру иногда еще чуть-чуть овощей всегда или какой-нибудь салат. Из фруктов сейчас вот дыни есть, гуавы, гуава, дыня, бананы. Клубники уже нету. Ой, смотрите, как он лег. Офигеть. Вот и ради этого я и снимала полчаса. Чтобы посмотреть, как ты лежишь. И брюхо тешишь. У него такие плечи накачаны. Короче, манго нету. Ну, манго у нас и в июне не было. Насколько я помню. В Titanic Beach Spa and Aquapark Resort. Короче, сейчас здесь бананы, гуава, дыни. Дыни много. Яблоки даже есть. Вот. Даже есть, я говорю, потому что у них вот в супермаркете яблоки по дорогой цене в Спиносе. Вот. Но в отеле они есть. Ты самый большой здесь, да? Ты главарь этой банды. Все, ребята, я пошла. Надо нам выдвигаться на завтрак. Я вам очень много сегодня опять поснимала. И территорию, и море, детскую площадку. Так что смотрите, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, если есть какие-то у вас вопросы. Ой, этот работник я не буду снимать. Если есть какие-то вопросы, да, задавайте, пишите комментарии. Я поотвечаю. Вот, кому интересно. И все. А вот, собственно, вон там виднеется наш номер на первом этаже. Я туда иду. Все, всем пока. И обязательно ставьте лайки, комментарии, напишите, поддержите меня.